Теперь. Я как обувь потом. Вы ее включили. Я еще один желтый. Я хочу домик в лесу. В лесу? Топ-3 самые главные ошибки Наполеона, когда он хотел захватить Россию. Он не переночевал в Севастополе, где-то на С, короче. Да, просто право, лево, право, да, чередую. Каждая рабочая поверхность, если это блок от удара в живот, чтобы она проходила в том месте, где удар будет лететь. Что Наполеон что-то докомпенсировал. Я есть хочу. Чего хочешь? Я есть хочу. Есть хочу. Я хочу к папе. Серия ногами, надо их выучить, не помню. То есть мы используем в качестве разминки турканката на месте чуть-чуть вариантов тоже исполнения обучения. Точно так же исполнение вариантов разминочных серий тоже очень много. То есть 4 на скидку сразу, если чисто руками. Вот, то есть их можно делать как у Шихана на видео. Вот сюда снял, положим, то есть там уже правая. В формате по два раза. Правое, левое, правое, левое, правое, левое. Точно так же можно по плану, там правое, левое, и пошло как бы, да, вот это, ну, по очереди. Да, можно сделать одной рукой. То есть становишься, вот это, да, 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 и пошли там вот эти все, как бы, раз, жуто, ноги пошли. Одной правой, потом левой то же самое. Левая, левая, левая. Ага, просто тогда ты помнишь порядок, особенно если при этом ты что-то можешь набивать как бы, да? Набивать, ну то есть. И делать как бы. То есть ты тогда помнишь, у тебя как бы. Два мозга работают. Ну да, скажем так, два мозга можно и насказать. Либо мысль, она должна быть не канавой прокопана. Когда ты делаешь, и другой не может ничего делать. А как ветерок, что ты сделаешь? Тебе что-то говорят, а ты слушаешь, понимаешь, что может учиться в разговор, но плюс к этому ты еще и свои дела делаешь. Вот сейчас попробуем для контакта поделать. Давайте. Если вы давайте. Шурхана. Сначала делаем так, как Шурхан, по два раза. Вы запомните. А потом ставим, то есть начинающий, начало удара уже с этого положения. Все, там, полный снизу, отсюда, отсюда, после этого. Запомни, в каком порядке? То есть там как кихонката на 10-й кю начинается. Мороты суки пропустили. Потом что у нас? Агаучи. После этого что? Уракены. Как кихонката. Вперед, в сторону, назад. Сверху. Здесь вот сверху делается? Делается, да. Да.
потом шуто пошли как бы. Шуто тоже кепанката делается сверху, сюда, хидзе, хидзе, да? Ну, получается, грубо говоря. Блоки. И потом блоки. Блоки, они всегда идут. Учи, сота, гэтэнбэрай. И вот критерии вот эти все надо соблюдать. Какие? Когда вы суки бьете, локоть снизу. Локоть дошел до корпуса, и только после этого вкручивается рука. То есть после этого нужно вкручиваться. Раз. Назад мы бьем рукой, которая здесь. Ударили, поставили. Раньше надо было смотреть. Удар делается не сюда назад, а под 45 градусов. Ракеты все сделали. Вот на том шипу. Сверху сюда, сверху сюда. И боки все включится. Боки делайте, делайте ровно, ровно. Ровно. Бедра, ровно, бедра, ровно, бедра. Вот в таком порядке. Пока, да? Приготовились. Два раза. Каждую технику два раза. Почет плеч. Два раза. Не. Порядок запоминайте. Шестой вариант родился. Начиная с правой руки. С левой. И начиная с левой руки. Алло, алло, алло. И с правой руки начиная. Каджимая. Ос, алло, ос, 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 ос,
Ага, я после тренировки домой доберусь и сделаю. Где нам раз сделали, где нам последний, да, здесь. Я наберу, хорошо? Ага. Шесть вариантов разминочной серии руками. Вот так вот. Вот. Ага, домой. Хорошо, хорошо. Я запуталась на блоке. Я сделала раз и этой же рукой. И, ну вот, когда не делаешь регулярно, но помнишь порядок, ты можешь исполнить. 2-3 раза сделаешь, и будет хорошо, если нервная система центральная развита, да? Просто надо запомнить, что у тебя бедра, плечи, сумка, это. И проговаривать будешь, будет легче делаться все это. И теперь с левой начинай, с левой руки, с левой руки. Порядок запоминайте. Начиная с левой, с правой. 2 раза удары. 2 раза стимулируют запоминание порядка ударов. Порядок будете знать, сможем тогда встать туда лицом и движение поделать это все. Дзинкуцу, санчин, в капуцу. Отдельно в дзинкуцу, отдельно в санчин, отдельно в капуцу. Либо, допустим, со сменой стойки. Дзинкуцу, санчин, капуцу. Молодые, продолжили дальше. Дзинкуцу, санчин, капуцу. Раз. То есть в любом виде и форме, чтобы у вас было удобное положение, то есть помнили вы, что переход ровно, бедра ровно, бедра ровно, бедра ровно, бедра. И чтобы каждая рабочая поверхность, если это блок от удара в живот, чтобы она проходила в том месте, где удар будет лететь. А не просто туда махнуть и все, как дети много не делают. Рука сверху, неважно как она стоит. И с левой руки начинаем. Сверху, назад. Делается не только для снизу, а только для снизу. И тянуть плотно. Очень голова ровненько. Сота. Это пора. Так, все закончили у нас. Опять одинаково сделала плотные. Возможно. Судя по большинству. Давайте еще раз с левой, начиная. Ич. Либо ты начала, переключилась ты на нее, и потом все срисовали с тебя. Давайте еще разок на левой. С левой начинаю вместе. Кубурей, начиная с правой, а потом с левой сразу же. Кота? Кубурей, как же там? С правой. Надо запомнить, что бьется той рукой, которая сверху. Сделали, поставили снизу. То есть, если мы привыкли, что мы делаем, у нас с правой мы начинаем там, да, допустим, раз, здесь, раз. Вот с этого положения бьем назад. Когда мы левой бьем, она не должна быть снизу. То есть, мы ее сюда ставим. Вот, мы 2 раза подряд, помню. Вот там. Так, какие еще есть варианты вот этого всего? В обратном порядке.
вот эти, ос, три шага назад. И по очереди. Вот эти, ос, Дарина Алексеевна опять. Вышла, встала. Раз, ос, молодец. Хаджима. Ос, 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 ос. Может, один раз было сделать, но ты решил его усложнить, как всегда, как бы, значит, мы все под вас сделаем. Запоминайте количество. Ос, 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 ос. Я разобрал это дело, да? Продолжай дальше, не забирай. Слева, справа и слева. Ос, 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 ос. А ты два раза правый сделал, да? Разными. Разными? Вроде да. Первый раз закончил направо. Да. Ос. Ос. Ос, 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 ос. Ос, 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 ос. Когда попытались кусовку, то она больше даст. Она прямая, она... Положение силы, что когда делаешь. Когда наносишь, то... Когда делаешь что-то, чтобы сюда лицом становимся, ребят. Джун-джун-джун-джун-джун. Фу туда. Так. Давайте туда в самый конец. Попробуем, знаете чего сейчас, а? Сейчас мы попробуем эти кихоны разложить дзинкутсу в санчи не в какуцу. Макота? Не поясничай. Фу дадати. Майга там барайей.
Саня, сзади клумба. Майте. Саня, сзади клумба. Не слышала. Я подсказал. Я знал, что ты туда упрешься. И пошли. Кихон ката. Правая, левая, правая. До самого конца. Маваты. До самого конца сюда возврат. Маваты. И в формате мугуры. Маката. Пауза небольшая. Сосредоточились. Помогает вам сейчас дольше постоять здесь? А вот когда пойдете, будете делать, будет помогать. Поэтому я говорю, не стой, не думай, ничего не поможет. Делать начни, пока не забило голову внутри там. От этого хуже, когда стоишь. Начинаешь делать, и путь видно как бы. Мугурой, хаджиме. Пару стопы не забывайте. Сидзан. Поворот стопы. Маваты с гэдан барай. И в другую сторону, хаджиме. Ножка согнута, передняя, сзади прямая. Маваты. А быстро сможем это сделать? Побыстрее, как вот при скорости тайкёку, первая, там, вторая, третья. Ос-ос. Вы же помните связки эти, да? То есть мы, если бьем первый удар, у нас рука летит. Первый дзёдан сделали, сразу же понятно, что следующий у нас сверху донизу все три удара. Тюдун, гэдан, бац. Потом что? Ну, как памятка. Агаути кинули, хопа. Следующее что? Уракены. Они идут в том же порядке, что в кихон ката. Хоп, хоп, назад, сверху, маваш. После этого там не делаются все остальные. Шуто. Приготовились. И вот по фону вот этого всего, как бы, похода, сначала ты делаешь вот таким вот образом, да, вспоминаешь, путаешь, как бы, где-то повороты даже опытных могут стопы вместе с действием, замахом, как бы, потеряться. Да. Вот сейчас третий раз сделаем туда, ну, раз, два, третий раз сделаем, повороты вернутся на место и, как бы, вот, чтобы закрепить немножко. Мугурой, хаджиме. И вы первый раз это делаете, заметьте. Движение сейчас здесь в Мурманске никто не делал, 100%. Дёдан, учи, соса, гэдан. Науры. И как Александр Иванович любит, такой, как... Чувствуете, загрузили в голове, да, там все это дело, да? Куда вы? Санчо, ну как это с кияй? Кьёй? Мугурой, хаджиме. Мусу видайте? Тенша. Наши. Фуду дать. Осу дать. Что? Денси. Окей? Угурый. Хаджима. Покатался.
раз положились. Почти в щепоточке. Быстрый, бам, пальчики, чтобы не болтались. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Контролер. Здесь ладошку чуть-чуть повыше, чтобы зацепить и жестко поставить туда. 190 градусов. А он. Пошлите еще ката поделаем какие-нибудь. Ну вот, Шихан показал на два счета. Так вот по этой схеме можно использовать любые вот, ну, варианты, что мы там делаем, да? Абсолютно любые, как бы. Любой техники. Ката делает то же самое. Перешел, раз, раз. Стой, меняешь, раз, так я буду делать. По два раза. По два, по три делаешь, чтобы вот бедра поработали. Раз, раз. Тихоном, со всем остальным можно эту схему применять. Ко всему абсолютно. То есть порох четко прослеживается, то есть делают и так делают. Буду дать. Тойтеку один. Мугурей. Йой. Хаджима. Засос на носочек. Ос. 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 Ши. Ос. 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 Заканчиваем, мы делаем заступ сюда, раз, ну то есть выход вот так, и два, три, то есть когда мы сделали, да, сделали, раз, два, три, а все пинаны и дальше, исключая мусуби вот эти все, да, то есть раз, изос, пинаться мы ищем, ей. Кина, Суну Ич, Суну Нуни, Суну Сан, Суну Йо. Мугуры, все четыре подряд. Как же мы? Ос, 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 ос. Ос, 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 ос
Ката Сыбуки. Ей. Порядок. Обратите внимание, который говорю, ката делает. Хаджима. Дышите.
захватить здесь, и чтобы вот это захватить и как контролер. Суду дайте. Ос. Дакёку сону ич, сону ни, сону сан. Положение ура. Бугурей. Йой. Поэтому вы сейчас сначала подышали нас. Как же мы? Дышите на ударах. Дышите. Сейчас посыпется. Прогульщик. Дышать надо. Я думаю, сразу постепенно пройдет. А так и голова и это самое. Вот когда вначале сказал, надо прислушиваться. Shit.
верхняя часть полностью в бедро. Yeah.
только одна пауза, потом когда вот, вот это место. Небольшая. И сердце. И нагара два. Упом комите 1, упом комите 2, сапом комите. Майги на море, ой. Майты. Че? Вот, балдень. Вот, очень хорошо сейчас идет. Классно. Могу рейти в корню. По одному разу с каждой стороны. Ос, ос, че? Че? Ос, 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 че? Че? Ос, 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 че? Только скорость и паузы как бы помогает сделать выстрелить. То есть вдох, пауза. Ямы. А давайте туда повернемся, вот в ту сторону и посмотрим. Оп. А, луна большая очень. И очень низко. Красиво? Позавчера такая же была. Да? Я не обратил внимания. Классно? Угу. Птичка летит, смотрите. Здоровенная, да? Мусуби дайте. Ямсу. Где? Хорошо. Ос, 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 ос. И тишина, послушайте тишину. То есть буря такая у вас тут, такие невообразимые кстати, нагрузки, невообразимые движения. Вот раз вот у нас такое вот пауза. Правда? Хорошо. Нога быстро. Образом попробую исполнить, может не получится. То есть нога прошла,
сюда ставили его, руки перестали двигаться, стали, а потом двигаться сильнее. Они должны все время, противник там, все время двигаться. И из такой остановочки сделали когда, да? То есть здесь смотрите, раз, вот они, жесточку такое положение хорошее. Чтобы где бы тебя не толкали туда, оно уходило туда. Здесь тоже. Тоже надо привыкнуть. Надо пятый не надо сайт. Там была какая-то ката, там раз, вот так. Это сайт? Встаешь, короче, поворачиваешься, сбиваешь, да? Сбиваешь, ушки сюда. Thank you.
сюда, в какую сторону вы ходите столько раз, да? Сейчас бить меня начнут. А куда поехать? Все в тусовку. Значит, мы туда не пойдем, мы пойдем туда. Это была одна доставка. Один. Вот, доставки — это почтовик. Мерседес-спринтер — это почтовик. Сзади еще такие две. Их в автодомах повальная. А, она включена. Теперь. Я как обувь потом. Вы ее включили. И еще один желтый. План по захвату Польши. Топ-3 самые главные ошибки Наполеона, когда он хотел захватить Россию. Он не переночевал в Севастополе, где-то на С, короче. Потом он не дорожил солдатами, и он вообще... Есть еще комплекс Наполеона, это, короче, оно выражается в... У нас прямая трансляция. В этом... Они навязчивые, низкорослые, короче, агрессивные. И еще они...
Короче, у них такое желание, что им надо всегда доказывать, что они могут что-то. Ну, потому что их недооценивают, они делают так, чтобы вот все, что они говорят, их слушали, они навязываются. И он носил такую шапку вот гигантскую. Такие, их много, короче. И он такой был. Ну, что-то компенсировал. Что ты можешь сказать? Что Наполеон что-то докомпенсировал. Я есть хочу. Чего хочешь? Я есть хочу. Есть хочешь. А Сюха, ты что хочешь? Я хочу к папе. Я хочу домик в лесу. В лесу? Я хочу дом на колесах. Хочу дом на колесах. Что еще хочешь? Пельмени. Еще есть. Еще есть? Красавчик. Пропущи. Она же знает, что мы на тренировке. Чего?